Да, сразу в суп идите, ты отдохни. Хорошо. Находим, ничего, играй. Не бросаемся. И назад. Ближе подойди. Вперед откройся, Махмудик. Молодцы. Еще одна игра. Если ничья, получается, попасть. Наша задача прийти, получить удовольствие, забить гол. Правильно? Выиграть, если получится. Проиграем, ничего страшного. Я тебе подожди. Оставьте счет, ребят, играйте в футбол. Покажите мальчику палечка, покажите красивую игру. Поняли? А ну давай похлопали, пошли, давай. В конце ты под левую всех обыгрываешь, под левую ногу, а бьешь правой. Амир, мяч играй! Выходи, встречай, хорошо? Вот, цепляйся, Юска, да? Ахай! Молодец, Саи! Давай! Гасан начинает, сейчас Гасан, капитан будет Гасан. Все, подходим. Сахар, ворота. Так, Саид заднего, Карим левее. Так, ребята, интервью небольшое взять можно у вас? Как вам поле? Маленькое, конечно. Маленькое поле? Да. Тяжелые соперники или встречали потяжелее ребят? Встречали посильнее. Готовились к турниру? Да. Как готовились? Расскажите немного о тренировке. Дома тренировался прям? А как ты дома тренировался? Да? Я там резиновый мяч. О-хо-хо. А ты как тренировался? Я просто футбол дома играл. Футбол играл? Я дома по стене бил, потом мячом давил. О, ничего себе. Дома не ругались, что играешь в футбол? Один раз. Да.
У тебя 5 раз ругали, и все равно ты тренировался, продолжал, да, дома? Позиции на каких играете? Центральный. Левый вингер. Правый вингер. Ой-ой-ой, ничего себе. Так, как сыграли крайний матч? Первый матч 2-2, второй матч 6-2. 6-2. Какие выводы есть после игр? Есть что-то, что нужно исправить, доработать? Да. Нужно исправить, чтобы мы закрывали белых или каких-то игроков. Белых или каких-то игроков? Еще есть что-то? В атаке как у вас? Все отлично? Атака хорошо проходит? Нет. Нет? Нехорошо все? Оба говорят хорошо, один говорит не очень. Хороший слам! Играй! Пробей! Где ты можешь одним пасом троих отрезать, кучу создал ты, и ты начинаешь идти в обугле в середине поля. И не надо бояться ошибиться. Это не значит, что мы должны расслабляться. Вы поняли? Мы не должны расслабляться. Раз ты уже порошок к нему к спине плотно уже. Все, не даешь разворачиваться. Он мяч, мяч спиной получил, мы не даем разворачиваться. Да, Мухтар забегает. Я тоже не устал. Как зовут кого? Меня Мухаммад. Артем. Арслан. На каких позициях играете? Я в нападении. Ага, так. Защитник. Нападающий. О, ничего себе. Я вообще люблю нападающим быть. Нападающим быть любишь. Какое самое любимое действие футбольное там? Удар, обводка, может. Удар. Или... Это стопудовый удар. Удар? Удар. И гол, наверное, да? Гол откуда? С пенальти, со штрафного, как с игры? Я любитель бить со штрафного, я технарь. Да? Бить со штрафного. Чтобы забить голы, и когда тебя соперник нападает, нужно его просто тэп-тэп-тэп. Ого, это тебе так нравится, обыгрывать игроков и забивать, да? Да. У вас сейчас как раз матч идет, да, здесь? Да. Какой счет здесь? 4-0 мы выигрываем. С таким отрывом вы выигрываете, у вас явные шансы выиграть в этом турнире есть. Мы крутая команда и крутая. Нет, оставь мяч. Если мы вчера начинали, то вот так из центра чуть-чуть сюда приходил. Мы мяч не получили. Договорились? Молодец, Ахмед, молодец. Выходи. Закрой игрока. Усень. Вот игрок. Ну, выход, молодцы. Здесь мне главное, что вы играете в футбол. Все нормально. Все нормально, только эмоции добавьте. Просто сыграйте правильно. Своевременная передача и команда забьет гол. Понятно, Шапи? Вперед, выходим, Гусейн, уходим, отбирай, отбирай мяч. Оп. Саид, Саид, помочь, помочь, Саид, помочь, 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 помочь. Молодец. Фаворит! Фаворит! Закрой, Саша, закрой! Давай сюда.
идет сюда, то я забегаю и туда прошу вас. Подъема, вытяни носок. Отдай. Так же, как на тренировках, с максимальной уверенностью. Я серединка. Ага. Я сощитка. Поняли? Так было. И справа, не слева. Все хорошо. Кашпи! Кашпи! Аслан, дай! Какие выходы были, как у молодых моментов. Для момента были. Аслан, дай, Федя! Скоро. Успокойся. Да? Вот сюда, вот сюда, Ибрагим. Ой, здорово. Кого, как зовут? Умар. Ибрагим. Ага. Откуда приехали к нам? Как поездка прошла? Поездка никак не повлияет на игру? Нет? Вот, отлично. Как вам поле, как вообще атмосфера здесь? Нравится все? Да. Готовились к турниру? Да. Да, как готовились? Били головой, тренировались. Акцент больше на что был? Вот в игре на что больше у вас упор будет? На защиту или на атаку? На защиту и на атаку. И на защиту, и на атаку. Такая сбалансированная будет у вас, да, игра? Кто, кстати, на какой позиции играет? Я правый полузащитник, я левый. Ты левый, да, а ты? Полузащитник. Полузащитник, центральный, да, наверное? О, у нас здесь три полузащитника, а? Молодцы. Игроков, ребят, Саид, игроков! Амир, сколько сегодня голов наколочишь? Здорово, Ибрагим, молодцы! Семь голов, ничего себе! Все, будем ждать 7 голов от тебя. Не надо на лиде играть, последним остаешься, Макс, понял? Все, мяч взял, отдал, все. Да, смотри, я объясню, так вот иди оттуда, Долгат, в штрафную иди, Долгат! Жди, жди, готовься! Жди, готовься! Давай, иди сюда! Как настроение, чемпионы? Хочу поблагодарить всех ваших тренеров, руководителей ваших клубов. Они выполняют огромную, колоссальную работу. Мы с удовольствием смотрели, наблюдали. Вот. Ребята, вы молодцы. Очень интересный футбол показали. Про родителей несколько слов хотел сказать. Вам огромная отдельная баракала, что такое внимание вы оказываете своим детям, с ними здесь. Всем остальным. Мураду Амарову, баракалла, что вы есть в детском футболе, помогаете детскому футболу.
Иншаллах, все вместе будем лучше. Дарем в дивизионе 2016 года признан Сиражуддин Мухой. День проводит Шамиль Асильдаров. Четыре!